Итак, финал весовой категории 74 килограмма. Красный пояс. Александр Белоусов, представитель клуба боевого самбо, город Москва. Синий пояс. Бату Хасиков, представитель команды Московского государственного университета. Это оба мастера спорта, давние соперники, давние противники. На предыдущих соревнованиях на международном турнире по боевому самбо в городе Электростали Бату Хасиков выиграл поединок у Александра Белоусова. Причем выиграл досрочно. И вот сейчас можно сказать, что это идет матч-реванш. На всероссийском турнире, в финале всероссийского турнира по боевому самбо они встретились в поединке за первое место. Оба спортсмена очень подготовлены, очень на высоком уровне подготовлены, как ударники. Сейчас мы посмотрим за ходом этого поединка. Видите, на дистанции друг друга близко не подпускают и периодически атакуют одиночными ударами, руками, ногами. Тут все может очень быстро меняться, поэтому очень внимательно надо наблюдать. Спортсмены очень быстрые, взрывные. И, в общем-то, близки по силам. Посмотрим, сможет ли Александр Белоусов взять реванш у Бату Хасикова. Маневрирование пока на дальней дистанции. Рисунок шага меняется постоянно. Видите, периодически наносят вот эти удары по ногам, лоу-кики. Проверяют дистанцию. А вот и первые очки. Александр Белоусов сбивает с ног ударом Бату Хасикова и получает 2 балла. Итак, уже в этом бою, в этом поединке ведет представитель клуба боевого самбо Александр Белоусов. Так вот, Александр немножко, так можно сказать, поддавливает своего противника, прижимает. Ну, а Бату Хасиков контратакует. Видите, сейчас был красивый удар, круговой удар ногой. Правда, не такой эффективный, но такая попытка была довольно-таки красивая. Удар ногой в голову. Это зрелищно смотрится обычно. Вот. Но в боевом самбо оценивается не зрелищность, а результат. Вот сейчас была атака Бату Хасикова ударом ногой, а Александр Белоусов тут же контратакует ударом рукой в голову. В общем, такая обоюдная атака, контратака. Такой поединок кикбоксерского характера сейчас идет на дальней дистанции. Спортсмены проверяют друг друга. Очень быстро реагируют. Быстро переходит от защиты к атаке. Вот задний удар пытался нанести Бату Хасиков. Вот еще лоу-кик. И вышли за пределы ковра. Поединок продолжается в центре. Но вот вообще боевое самбо мы видим, что это действительно разнообразная ударная техника. Это искрометные броски и высокого уровня борьба лежа. Это филигранные болевые приемы, удушающие приемы. Все это боевое самбо. Ну и в большинстве случаев схватки проходят очень динамично, зрелищно. Вот Александр Белоусов провел бросок с захватом ноги изнутри и получил балл. Таким образом, счет 3-0 в пользу Белоусова. Повторы мы смотрим. Вот повторы. Сейчас, наверное, будет бросок на 2 балла. Вернее, сбивание ударом. Вот он.
Вот серия ударов Белоусова и Бату Хасиков. Падает. А вот бросок еще на бал. И бросок на ягодицу с падением. И Александр Белоусов получает еще бал. Итак, закономерная победа. Победил представитель клуба «Самбо» Александр Белоусов.